Здравствуйте, участники нашей большой компании «Натриум». Хочу сейчас вам продемонстрировать, как я по утрам пью воду. Набираю 900 мл воды. Соль «Натриум». Беру столовую ложку соли. Разложу в 900 миллилитрах воды. Вода должна быть теплая, чуть теплее, чем комнатная температура. Хорошенько перемешиваю. И потом, когда уже внизу никогда нет ничего соли, ничего, когда все растворится, я начинаю ее пить. Вот я уже выпила 150 миллилитров. Вот я уже 300 миллилитров выпила. Можно вообще, ну как бы, сразу выпить, а можно потихонечку, то есть немножко обождать. Некоторые советуют вначале выпить всю соленую воду, растворив ее в одном стакане, потом запивать чистой водой. Но мне вот так вот пить приятнее. Вот 500 миллилитров выпила. Вот, осталось 400. Осталось 200. Вот, я выпила 900 миллилитров.